Интересно. Очень интересно. Что у нас под потолком делает кошка? Всем привет, дорогие друзья! С вами Александр, Вилечка и древний дом из русской селитьбы. Вот это вот вам пасхалочка. Да, именно это. Все, чего мы боялись, уже свершилось. Вот. Погнали. Ну что, дорогие друзья, вот и настал момент. Будем ломать потолок. Как видели, плинтуса я уже снял. Поэтому сейчас буду срывать несколько слоев ДВП. Ну и буду очень сильно пылить, потому что там базальтовая крошка. Так вот мы и питаемся, короче, в условиях строечки. Вилечка у меня готовит чудный плов из гречки с мясом. И с грибами. И с грибами, да. Вот так вот мы огородили, короче, комнату, в которой снимаем потолок. Сейчас у нас здесь света нет, поэтому темно. Немножко приостановили работу, потому что света нет, темно. На камере, кстати, намного лучше видно, чем... На самом деле, короче, видно, да? Потолок я равняю, простукиваю. Здесь гвозди, где отходит доска, все это дело простукиваю. Но приходится, короче, новые гвозди устанавливать, ну, дополнительно. А там идут дубовые лаги. Вековой дуб, и невозможно прям гвоздь в него воткнуть, потому что гвозди гнутся, но не вбивается. Но я кое-как это вбиваю. Вот. Ну и в принципе это завтра мы продолжим. У нас полнейшая тишина. Так вот все это дело выглядит. Даже луна есть. Смотрите, светится лампочка на небе какая. Интересная. Ну а мы идем в нашу баню, которая покосившаяся. Видите, да, там тот конец ушел с той стороны. И этот угол, получается, приподнялся за счет того, что тот угол ушел. Но это нам не мешает здесь купаться, мыться. Давайте посмотрим, что у нас творится внутри в топке. Что-то горит. Можем кидануть туда еще. О, дубового дровишка. Вот мы сейчас накидаем еще сюда. Вот так вот их. Пусть она топится. Вот так вот. Вот. И все. Закроем это дело. Можем зайти даже в парилочку. Вот так вот это все дело у нас выглядит. Видно, сгнил у нас кусок. Ну, грязненько с прошлого раза. Базара нет. Это все мы будем еще чинить. Но чувствую, по температуре уже, в принципе, можно мыться. Так, вода здесь горячая, здесь кипяток. Здесь самая такая. Как видно, камушки какие-то не готовы еще. Не булькают.
показатель, когда вот эти камушки, крайние самые, начинают шипеть. Тогда значит все. Вот у нас куски соли установлены. Из соли Лецка светильники бывшие. Видно дырочка у него. Видать девочка. Вот. И мы их поливаем водой. И они очень, знаете, прекрасно нам помогают по здоровью. Конечно. Видал, что могу? Видал. Мухи в пиве. Пивные мухи. Это, короче, пиво я оставлял как-то раз. И оно здесь простояло полгода. Зиму перезимовало. И смотрите, что выросло из пива. Выросли мухи. Ну, все. Это пипец. Такое ощущение, что что-то горит. Это просто пыль. Честно. Шахтеры, гвардия труда. Черный лист, вообще, да? Капец. Особенно твои ноздри. Восхитительные мои. Огромные ноздри. Можешь просто называть меня восхитительной ноздрой. Да и сам я тоже не чистенький. Но зато у меня есть каска. Ну что, дорогие друзья, вот так вот выглядит у нас потолок. Дышим мы этой вонючей базальтовой крошкой. Конечно, но сегодня постараемся все это дело зашить, чтобы уже закрыть этот вопрос. Ну, а так, знаете, потолки вообще, вам скажу так, относительно ровные. Конечно, я их сейчас еще протяну. Все эти гвоздики надо будет, вопрос с ними зарешать. Ну и все. И вот пачка гипсокартона у нас есть. Мы это все дело спокойно тут зашьем. Сейчас, видите, я буду подтягивать вот эту тему все. Как ты можешь прокомментировать наш косяк? Мой косяк. Какой косяк? Ну вот. Вот кто так может, а?
Только я могу. Да ладно, это ничего страшного. Видали, чем? Ну, зато здесь все встык-стык, ровенько, все четенько. Ой. Довольна? Еще как. Даже не верит, что за один день справились. Да. Я такая усатая. Я тоже чумазый весь. Короче, друзья, один день, ну, два дня, наверное. Один день мы скидывали потолок. Поздно начали. Да, вчера вообще мы в 4 часа начали. А и, короче, за один день зашили потолок. Вот, видите, гипсокартоном все зашили. Осталось пройти его серпяночкой, зашпаклевать, заштукатурить. Красота будет. Ну, усы, конечно. Я, наверное, все-таки не буду их оставлять. Ладно. Короче, нам пора домой. Всем спасибо за просмотр, за то, что нас поддерживали. Всем от души. Всем пока. Пока-пока.